Если вы работаете с вынужденными переселенцами, то знайте, что качественная, долгосрочная и ответственная помощь таким людям невозможна без их активного и конструктивного участия. Вы также знаете, какие проблемы иногда возникают на этом пути. Форум общественного участия – это виртуальное пространство, где специалисты кластера по вопросам управления и координации местами компактного проживания и других гуманитарных организаций делятся опытом, как задействовать в оказании помощи переселенцам самих пострадавших. Это единая платформа для обмена ресурсами, обсуждения проблем, размещения новостей, инструментов и рекомендаций. Присоединившись к форуму общественного участия, вы получаете доступ к множеству ресурсов по привлечению общественности. Сможете наладить связи и обмениваться опытом с растущим мировым сообществом специалистов по реагированию на проблемы перемещенных лиц, что поможет вам, в свою очередь, эффективно использовать идеи, опыт и знания переселенцев, с которыми вы работаете. Регистрируйтесь сейчас и присоединяйтесь к вашему сообществу практиков.